Здравствуйте, друзья, с вами Виктория. Сегодня я вам расскажу, как приготовить лимонад в домашних условиях. Этот освежающий напиток пригодится всем, особенно летом в жару. А приготовить его совсем просто. Я буду готовить два типа лимонада: с питьевой водой и с газированной водой. И в конце я вам скажу, какой напиток мне понравился больше. Для приготовления нам понадобится три основных ингредиента. Это лимоны, сахар и вода. Как я уже сказала, я буду готовить два типа лимонада: с газом и без газа. Поэтому мне понадобится питьевая вода и вода газированная. Также нам понадобится емкость, в которую мы будем все это переливать. Можно взять бутылку или другую емкость. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Для начала лимоны нужно очень хорошо помыть, так как мы будем использовать цедру лимона. Можно их даже обдать кипятком. Затем надо натереть цедру лимона на мелкой терке. Стараюсь брать только желтую часть. Белая часть горчит, поэтому нужно натирать только желтую часть. Цедра лимона придаст очень вкусный аромат и цвет лимонаду. В цедру лимона всыпаю сахар и все хорошо перемешиваю, даже как бы перетираю. Перемешивать нужно до такого состояния, пока сахар не пожелтеет. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные и нужные в обиходе для каждой семьи. Теперь я займусь лимонами. Разрезаю каждый лимон напополам. У меня ушло на приготовление лимонада 7 лимонов, 6 на сам лимонад и 1 на украшение. Потом у меня вот такое вот приспособление, чтобы выжимать лимоны. Вставляю туда лимон, нажимаю и все хорошо выдавливаю. Также это можно сделать при помощи ложки или вилки, предварительно покатав лимон по столу. И продолжаю. То же самое проделываю со всеми лимонами. Весь сок я выжала, и у меня получилось в общей сложности 300 грамм лимонного сока. Половину я буду использовать для того, чтобы приготовить лимонад без газа, а другую с газом. Также я разделяю цедру напополам. В общей сложности получилось примерно 3 столовые ложки цедры на один лимонад и 3 столовые ложки на другой, который будет с газом. Сок я разделила напополам, значит, у меня получилось 150 грамм сока на литр лимонада. Сок вливаю в цедру с сахаром и добавляю воду. Воды уходит 5 стаканов на каждый лимонад. Все хорошо перемешиваю. Перемешать нужно так, чтобы сахар хорошо растворился. Если вам недостаточно сахара, то добавьте еще немного, или если вам слишком кисло, вы можете немного разбавить водой также. То же самое проделываю с другой цедрой лимона. Опять же, соединяю цедру лимона с сахаром и соком лимона и добавляю воду. В этот раз газированную, и хорошо перемешиваю. Затем все это нужно хорошо процедить. Процеживаем. Процедить можно либо через эмалью, либо через сито. Из данного количества продуктов у меня в общей сложности получилось 2 литра лимонада. Затем я беру лимон, нарезаю его на дольки. Также я подготовила листики мяты и лед. И уже в готовый лимонад укладываю дольки лимона, мяту и лед. Как и обещала, сейчас я лимонад попробую и скажу вам, какой напиток мне нравится больше, газированный или просто с обычной питьевой водой. Я предпочитаю газированный лимонад. А вы мне напишите в своих комментариях, какой лимонад предпочитаете вы, с газированной водой или с обычной питьевой. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился. Лимонад очень хорошо освежает и очень актуален в летнее время. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!